Добрый день. Каждый 10-й анбоксинг у меня про кубоиды. Я постепенно делаю обучающие видео по всем. Дошел уже до 2×3×4. Оно, наверное, еще пока не вышло. И я решил закрыть тему с размерностью 2. И у меня нашелся кубоид 2×2×4 с crazy элементами компании Sinxo. Сейчас в продаже я такой не нашел. Это очень старая головоломка, ей лет 10. Попала она ко мне вместе с частью коллекции Ивана Цыкова, без коробочки. Называется Crazy 2×2×4. И тогда еще было это Sinxo, а не Sinxo, как сейчас. И достаточно забавная головоломка. Была еще версия 2×2 с такими полукруглыми Crazy элементами. Ну, что-то вроде сферы Марусенко, но на основе 2×2. Но у меня только вот такой. 2×2×4 с вот такими кружочками. Вот оригинальные 2×2×4 от Рубикса. Высота у них примерно одинаковая, но у Sinxo крайние слои потоньше, ну а средние как 2×2, только покрупнее, конечно, 55 мм примерно. Что этот кубоид умеет по сравнению с обычным 2×2×4? Ну, во-первых, он также меняет форму, хоть и хуже вращается. Можно вращать так и получить стандартный 2×2×4, ничего нового. Но если использовать вращение crazy элементов, то можно вот эти вот центральные детальки менять местами. Получается головоломка поинтересней. Кажется, что вау, какой интересный функционал. Но это не все. Можно делать еще вот так. То есть вот эти элементы с крайних слоев менять с этими центральными элементами и перемешивать дальше. Ну и тогда уже все становится интереснее, хотя и не особо сложно. Скрипя немножко так перемешаю. Что-то цепляется. Не очень такая быстро вращающаяся головоломка, но вращать здесь можно все и всегда. Если мы возьмем 2×2×4, то вот этот вот крайний слой, вот и этот, вот этот, уже вращать нельзя. А здесь можно, вот так же два отдельных уголка торчат, можем повернуть. Вот в такое чудо-юдо все это превращается. Ну, собирается, конечно, несложно, но я все-таки сделаю отдельное обучающее видео ради эксклюзива. Не знаю, где его сейчас можно приобрести, такой кубоид. Ну, возможно, где-то есть. И мое видео привлечет внимание. Кто-то где-то с пыльных полок достанет и решит пособирать. Собираем так же, как 2×2×4. Изначально не обращая внимания на центральные элементы. Просто кубик 2×2. Тут есть даже белый слой. Да, под вот этим слоем есть цвет. И это не наклейки, а пластиковые вставки. То есть вот, кажется, непонятно, что за элемент, но смотрим, бело-красно-зеленый. Да, его можно смело поставить на свое место. У нас два элемента рядом. Ну, вот еще два. Вот, это как бы собранный слой кубика 2×2. Можно из другого цвета собирать, пока не важно. Вот здесь какие-то элементы. А дальше собираем то, что осталось. Видим два желтых цвета. И, наверное, сзади тоже, да. Сделаем фронт трипифпафа, чтобы решить ойлэл. Все так слегка разъезжается. Фронт и трипифпафа. Один пифпаф. Второй пифпаф. Ну, почти. Чуть-чуть. А, вот повернулся, а я и не заметил. Очень легко вращается. Третий пиф-паф. Фронт-штрих. Проверяем. У нас вот тут вот 4 желтых смотрят вверх. Мы решили этап ойлэл. Случайно пальцами задеваешь, и они вот так вот перемещаются, из-за чего блокируют остальные движения. Так, теперь этап PLL. Так. Вот два зеленых стоят хорошо.
Знаешь, можно просто сделать Т-перм. Располагаем блок слева, хоть в этом хаосе его не совсем заметно. И переставляем вот эти два угла. РУ, Р-У, Р-Ф, Р2, У, Р, У, Р, У, Р, Э. Кстати, сейчас вспомнилось, что вот я называю его Crazy 2x2x4, но я пока искал по нему информацию, встретил название Crazy Queen 2x2x4 или Crazy Queen с Шэнкшоу. А кубик, который на сферу Марусенко похож, был Crazy King 2x2. Но на Ютубе прям совсем мало видео по этой головоломке, да и в принципе где-либо. Мы собрали основной кубик 2x2, ну и теперь просто собираем вот эти crazy элементы. Они все подвижные, то есть можно каждый вращать руками. Для этого даже тут специально такие штучки сделаны, которые удобно цепляться. Но за элемент, конечно, вращать еще удобнее. Вот тут есть три оранжевых, можно сюда еще один добавить. Вот отсюда. Я его как-нибудь вот так вот подверну. Ну и как центр на 4x4 мы это и соберем. Так. Подворачиваем. Возвращаем. Оранжевый есть. Ну и в любом порядке. А здесь два синих. Есть ли еще где-то поблизости синие? Вот синий. Так, кто-то сдвинулся. Добавляем сюда третьего синего, подвигаем, возвращаем, чтобы не нарушить 2 на 2. Нужно еще один синий, вот такой тут есть. 5, так, так, как центры на 4 на 4. Ну, давайте сначала соберу все боковые грани. А тут зеленый, откуда поудобнее взять, допустим, вот отсюда. Так, так, и вот так. Ну и еще один. Так, так. Не в ту сторону. Вот так. На самом деле, наверное, было бы удобнее сначала собрать вот эти цветные слои, так как эти взаимозаменяемые. Ну, можно и так. Головка простая, не так уж и важно. Дальше. Отсюда красный. Просто я сейчас приведу к состоянию обычного 2x2x4. Вот. Собрали мы средние два слоя. Ну а тут понятно. Здесь желтый, значит и тут желтая грань должна быть. Делаем так, чтобы побольше было собранного. Так, одна грань готова. Ну а здесь осталось просто применить Т-перм, чтобы переставить вот эти два элемента. R2U, R2U, R2. Ну, Т-перм, естественно, кубоидный. U-D, R2. U, R2. U, R2. Ну, ситуации могли быть похуже, но смысл тот же. Дальше просто собирается как 2x2x4. Вот такая вот интересная головоломка, забытая временем, но меня тут впечатлило. Я вот сколько ей владею, только пару дней назад впервые ее перемешал и собрал. И вот решил про нее рассказать. Случайно про нее вспомнил, понимая, что кубоиды с цифрой 2 надо уже завершать. Ну, сделаю обучающее видео, пусть будет. Пишите, у кого есть такая либо подобная головоломка от компании Шэнкшоу. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.